В Новополоцке к лыжным гонкам, биатлону, хоккею присоединился еще один зимний вид спорта – шорт-трек. В Беларуси существует большое количество ледовых арен. Это дает возможность в регионах совершенствовать подготовку и популяризировать новые виды спорта. Концепция развития ледовых дисциплин, по которой работает наш союз, она нацелена на то, чтобы постоянно, ежегодно открывать новые отделения. И благодаря местному исполнительному комитету Новополоцкому, высшему руководству нашей страны, также спортивному руководству нашей страны, вот состоялось открытие отделения шорт-трека в Новополоцке. И мы сегодня ребятам привезли инвентарь – коньки, лезвия и защиту. В Ледовом дворце «Химик» секцию по шорт-треку будут вести два тренера. Возраст юных спортсменов от 8 до 12 лет. Уже сформировано 5 групп, планируется еще одна. Часть тренировок будет проходить в спортивном зале. Бег, прыжки, отработка технических и прыжковых имитаций. Также все элементы будут отрабатываться на льду. На начальном этапе это сначала будет у нас фигурное катание вокруг фишечек. Мы будем смотреть, как детки стоят на конечках, как они держат конечки. И дальше уже по мере их возможностей мы будем планировать какой-то тренировочный процесс и накатывать круги, как в моих планах входит, в марте вывести кого-то на соревнования. Эффективная работа тренера, способности учащихся и поддержка руководства Ледового дворца – составляющие успеха новой школы. У них большие перспективы, ведь шорт-трек относится к олимпийским видам спорта. Этапы Кубка Белорусского союза конькобежцев проходят в Орше, Витебске и Минске. Возможно, что в будущем один из этапов пройдет и в Новополоцке. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ.